целенаправленно. Здрасте. Ну, рассказывайте, что вы тут делаете. А вы не с форума, вы откуда вообще? В школу к нам откуда попали? Сарафанное радио. Понимаю. То есть по женской линии? Не обязательно. Ну, сарафан по Нет, это собирательный у нас. А сколько? Вы две недельки здесь уже, да, сколько? Нет. Это больше? Идет уже четвертая неделя. А много наших там, я вот все так пытаюсь собрать? Да полно. Ну как, питок больше? Питок? Да нет. Пожалуй, что более. Практически весь КВ-состав, за исключением, может быть, одного или двух. Все наши. Все наши. Но продукт интересный, вот вы все-таки вы. Весьма. Продукт очень серьезный. Я бы сказал, что даже, видимо, мирового уровня. Понятно. Как бы конференции World. Кого мы видим? Здравствуйте. Да, это у нас, кто не помнит, это у нас Stranger Rain. Правильно. Stranger. И я. Да, и Дим. А чтобы вам не пойти вот в оранжевые кресла? Там света. Нам вообще-то хотелось бы на работу вернуться. Карантинка. Идите быстренько. Карантинка. Значит, скажите все, что хочется, все, что наболело. Люди на форуме, скажите. О, благодаря школе такую работу получили. О, супер. Ну, а что вы делаете? Да вы... Я, например, работаю в IT. Дима работает в QA-тиме. И он занимается, понятно, тестированием. А я поддержкой QA-тим девелоперов. А что же вас учили тестировать? Мне оказалось это ближе по душе. И как раз менеджмент нашел во мне этого идеального айтишника. Кандидата. Так что я очень доволен. Перспективы роста есть. То есть вы не собираетесь работу искать и здесь развиваться дальше? Ну, да. Практика закончилась, я получил контракт. Перспективы на full-time job есть. Хорошо. Почему нет? Да, я бы от себя бы тоже добавил, что очень интересная компания, очень интересный продукт. Ну понятно, что он делает. Что? Понятно, что делает. Вы же его тестируете. В общих чертах, да. Дело в том, что практически каждый релиз у нас насыщен новыми фичерс, и постоянно что-то новое у нас в продукте постоянно меняется в лучшую сторону. Ну хорошо, отпустим. На работу. Да, а вы играете на работу, да, и присылаете других. Хорошо. Хорошо. Спасибо. Скажите, у нас тут съемки идут. Значит, вы не были на форуме, и жена ваша, или вы были на форуме? Нет, жена моя пусть была, я есть. А жена у вас под каким именем писала? Ой, спрашивайте. Все к жене. Это к жене, это она знает лучше. В общем, там большая семья, там две сестры, и, значит, обе работают, а Павел — это муж одной из сестер. Я думаю, что это младшие, да, вы и младшие сестры. Но больше. Вот. Но он сам и сам молодой еще тоже, наверное. Вы сколько уже тут вот? Тут? Да. Четвертый месяц. Уже контракт. Уже прилично. Слушайте, а вы вообще в Америке как давно? 2 года с небольшим. А что же вы делали эти 2 года? Мы отдыхали, учили английский язык. Занимались тем, что делать не стоило. Бизнес? Бездельничали. Я думал, бизнес. Нет. Я испугался. Виртуальные машины, все-таки это сложный проект. Все время в том, что здесь очень много всего заинтегрировано, поэтому нужно много чего знать. То есть я начал с нуля, мне было нелегко, мне сейчас нелегко. Поэтому... А образование какое у вас? Я окончил радиоэлектронику. Так и тебе что же вы подходящие? Последние 7-8 лет я немного к технике имел только отношение вот такое, чуть-чуть поделать на уровне юзера. Да. То есть не лез в глубину, поэтому мне это все-таки идет заново. Но интересно вообще? Конечно.
То есть не то, что думаешь, боже, но я попал в лип там куда-то. Нет, я попал в лип, но это интересно. То есть это опыт, сюда идти стоит. У вас есть ощущение, что вы в жизни куда-то движетесь? Что у вас есть направление какое-то? Конечно. То есть вы стали тем чебурашкой, которому теперь лапу каждый подает. То есть вы раньше были безымянной игрушкой, и ко мне в магазине никто не подходил. Да? А теперь вы чебурашка, и каждая дворняжка мне лапу подает. То есть вы теперь тестер. Есть такое? Уже есть. И вот эти чебурашки вокруг тут ходят тоже все? Уже есть. Уже есть такое чувство, что все будет все лучше. Может быть, не так быстро, как хотелось бы, но так как был низкий старт, то идет будет высокий финиш. Все здорово. Давайте мы покажем Леонида. Леонид, вы не были ни на каком форуме, вы просто приехали в наши края, и вас жена прислала, я помню. Да, прислала жена, сказала, иди учись. Иди учись. Леонид вообще, он странную такую жизнь прожил, необычную. Он жил в Израиле, и какие-то ракеты там делал, что вы там делали? Да, служил в ВВС Израиля, занимался как инженер. Это, знаете, это мне напоминает это вот посвящение израильскому летчику, там над простой арабской хатой, гордо рейнджит пархатой. Ну хорошо, значит, вот вы приехали сюда, понимаете, а у него допуск там, ему чтобы здесь работать, надо допуск иметь по специальности. И вот фактически, значит, Леонид вот так вынужден был менять профессию, поскольку допуска у него нет, он человек новый, вот, никто ему допусков пока не дает. И он решил переключиться на другие системы сложные. Вот. Ну, нравится? А вы уже лидом тут стали, да? Я уже менеджер QAT. А сколько вы здесь уже по времени? Год и 2 месяца. Правда? Вот как время летит, черт возьми. Да. Казалось, так недавно все было. Ну, нравится, как нормально? Ну да, очень нравится. Интересный продукт, интересная работа. Вот по сравнению с тем, как вы там, у вас летало все куда-то, там это, было сюда, здесь как-то, так сказать, уровень сложности. Как вы оцените? Это совершенно другая работа. Конечно. Очень тяжело сравнивать. Но в принципе, так как продукт очень технологичный, то приходится работать головой немало. То есть труд скорее умственный, чем физический? Да, конечно. Еще был бы физически, кого-то наняли бы, правильно? А так приходится самому все делать. Ну хорошо, ладно, что, отпускаем Леонида? Конечно. Ему у него работы много, по митингам нибудь туда-сюда. Здравствуйте. Мы вас будем на видео снимать. Идите к стенке вот к стене. Красиво. Не пойду. Идите. Иди. Да, значит, вот этот Борис, он у нас неоднократно снимался в наших передачах. Вот, вид у него жизнерадостный, я бы сказал, правда? Сделайте лицо крупно, Карина. Сделайте лицо. Как оно вообще здесь работает? Здесь мне очень нравится. Очень интересная компания, очень дружественный коллектив. Да. Продукт сложный? Продукт очень сложный. Но вот вы были бизнес-аналистом же раньше, да, в Москве? Да. Но вот с точки зрения того, что вы там раньше анализировали. Ну это другая предметная область, поэтому здесь трудно сравнивать. Да. И такая здесь больше техническая и такая очень сложная область, очень интересная. По крайней мере, предыдущий опыт мне очень помогает, я во всем разбираюсь. Так, ну хорошо. А вот такой вопрос. Вот ребята на форуме смотрят. У нас сегодня такой выезд, я сейчас расскажу, что происходит. У нас 2 человека приехали на интервью, мы их привезли. И сидим тут, можно сказать, ничего не делаем, дурака валяем, а разные люди выходят тут, и мы их интервьюируем. Вот вас тоже оторвали от работы. Вот ребята на форуме, вы давно не писали, я помню, но что-нибудь скажите им там. Потому что вас и в кино давно не было, и так вы на словах оторвались от масс. А почему вообще люди перестают писать? Вот писали, потом приехали, что-то какая-то жизнь началась, и раз, и перестали писать. Почему не пишется? Вот многие спрашивают, куда все пропадают вообще? Ну как, все уходит в жизнь, все начинают работать. Я, например, здесь работаю с 9:30 и где-то до 7:30. То есть прям как жаворонок? Потом я еще договорю, я еще живу в Плезантоне, поэтому меня занимает час туда, час обратно, поэтому я еще домой приезжаю уже очень как-то. А в Плезантоне нравится вам? Да, мне нравится, как американский город, мне очень-то нравится. Просто смысл в чем? Смысл в том, что, как оказывается, что действительно приехать в школу, вот для тех, кто только выиграл грин-карту, и в принципе ему или некуда ехать, или вот
как бы они принимают решение идти в QA, это самый разумный и самый хороший выход. Но это не ваш путь. Вы откуда это приехали? Так вот в том-то дело. Поэтому я как бы анализирую. Я сначала в Филадельфии жил, а потом приехал сюда. И как бы после 4 лет жизни в Филадельфии. То есть достаточно... Если бы вы приехали сразу, вам бы не было так легко, потому что вы язык, вы освоились. И да. У нас на самом деле сейчас довольно много народу, которые уже года 3-4 в стране, и вот Искандер, да, и там много ребят приезжают, но они уже освоены, поэтому они как бы не через 3 ступеньки скачут. На самом деле они просто знают, что стоит так пойти и поискать первую работу в Америке. Когда тут за тебя перевернули огромную, ну, сделали уже большую работу, помогли тебе. Я считаю, что это очень хороший такой волшебный пендаль на место, приехать в школу. А меня тоже иногда как удивляет, вот некоторые говорят, вот, говорит, я там хотел бы, но, говорит, 2000 большие деньги. Милый, ты это за 10 не найдешь. Это, конечно, так, аналогичный курс там 10-12 бы стоил, тебя никто бы за руку не отводил, никто бы с тобой не возился. В фильме я искал, смотрел, это порядка 8000, что-то похожее стоит, пожалуйста. И без предоставления, конечно, да. Поэтому я что хочу сказать, люди, которые здесь побыли, и они приезжают, с ними намного легче работать, потому что они понимают, в каком мире они живут, они уже привязаны к местности. Они понимают ценность того, что они здесь получают. У меня одно видео, там я что-то такое рассказывал, даже не помню, ничего такого, ну, и какой-то человек там, то ли из Киргизии, то ли откуда-то из Казахстана, я даже не знаю, у меня к видео сообщение там оставил, комментарий, и говорит, а все равно 2000 много. Я все время на форуме смотрю разные истории, да? И у меня как-то внутренне, я не знаю, может, я не прав, потому что я издалека совершенно другой позиции смотрю. Но вот люди пишут, и это очень массовая философия. Он думает, вот у меня есть сколько-то денег, немного. Да? Поеду я в какое-нибудь место, где все дешево. Ему говорят, да, но там не зарабатывается. Он говорит, ну это не важно. Вот я пока приеду, пойду там в City College, буду там что-нибудь за 3 доллара. Это вот, я там в одном топике написал эту историю, но я когда был мальчиком маленьким, ну, там лет, не помню, 7-8, там, начало 60-х, я уже большой мальчик. И была такая шутка, там подходят к детям, чтобы приколоться. И говорят, ты что, это записался и не ходишь? Куда, да? Куда? А ему говорят, Союз печать, дерьмо качать, 3 копейки получать. И вот я смотрю, что вот на форуме многие в Союз печати работают, в Америку приехали, и в Союз печать сразу поступают. Идут в такое место, где все дешево, и за 3 копейки там чего-то делают. Но... Я думаю, что может быть в этом есть какой-то свой такой латентный, скрытый период развития. Знаете, вот, допустим, когда мы видим, росточек из земли идет, он же не сразу из земли, он там еще в земле развивался, правильно? Поэтому он не бывает сразу вот так. Может быть, это важный момент. То есть человек должен до чего-то дозреть, что-то понять. Там, да, ну, так мне кажется. А есть другая точка зрения? Люди, которые приезжают, так скажем, покорять они. У них есть запал. Понимаете, если они попадают и начинают расти, как росточком, они этот запал теряют, со временем они смиряются, что вот этот уровень жизни, это тот уровень жизни, ради которого мы приехали, некоторое время еще пытаются. Но многие так и остались на уровне местечкового развития. Среда очень много от среды. Если ты попал в среду, где нормально работает Союз печати, где все в Союз печати. Все тебе говорят, и все тебе... Да, конечно. То есть, если ты так поддаешься на среду и как бы это все принимаешь, да, так можно и на Голдфе, и ты приезжаешь, все на Голдфе. Так это что, сумасшедший, что ли, идешь на Голдфе, сидишь, и это о жизнь. Ну, конечно, то есть, очень много от среды зависит.